Это еще один день. Поехали. Еще один день в Тбилиси, полный головокружительных впечатлений. В этот раз мы застали столицу в пору цветения маков. Разлила краски яркие, природа умышленна. Не нужны для красот причины и поводы. Словно птицы на крыльях, мы поднимались над крышами. Многоцветием любуясь и солнечным городом. Козьими тропами, наслаждаясь маками, поднимаемся в гору. Там арбуз ели летом. Да. А смотри, еще вот туда какая-то тропа. Да, там парень там пошел. Там было прикольно. Я только посмотреть. А посмотреть здесь есть на что. Предмет. Друг и товарищ путешествия. Тацминдой открывается потрясающий вид. Яркие краски в палитре смешав, город укрылся в многоголосье. День к концу подходил не спеша, копилку еще впечатлений подбросил.